Всем привет! Я решила похвалиться сегодня своими цветами, которые мне подарили на день рождения. Мне подарили орхидейку. Вот, это фаленопсис. Вот такие чудесные цветы. Вот. Мне очень они нравятся. Я пересмотрела кучу, значит, видео. Вот такие листочки. Листочки хорошие, зелененькие. Вот. Вот такая розеточка. Вот. Корешки зелененькие. Вот. В общем, испарина еще есть. У меня, значит, я не знаю, то ли был этот, я не пойму, то ли это корешок, то ли это цветонос. Вот. Вот здесь, значит, в общем, я не знаю, я никогда орхидеи не держала, в общем, никогда их не выращивала, с ними никогда не сталкивалась, но, в общем, я не знаю, что это такое. Я думаю, что это корешок. Вот, в общем, я его постоянно опрыскиваю. Вот, но здесь вот из-за вот этой палочки здесь образовался немножко, мне кажется, вот черненькие корешки такие стали. Вот, из-за вот этой палочки, которая держит цветонос. Вот, ну, в общем, ну, не знаю, посмотрим. Я сейчас за ним наблюдаю. Вот, в общем, я его сейчас постоянно прыскаю, потому что у нас в комнате сухо и жарко. Вот, ну, в общем, так. Испарина в горшочке есть. Вот. Ну, в общем, сейчас, значит, на нем 5 цветочков. Вот. Вот такие цветочки на нем. Вот, в общем, вот такой вот красивый фаленопсис. И еще есть там один бутончик. Вот. Еще мне с Алиэкспресс пришли маркеры. Вот такие вот. Разных цветов для вязания. Вот. Я распаковку не хочу показывать. Но я просто покажу, что вот пришли маркеры. Вот такие вот я заказала. Они мне очень нужны для вязания. Вот. Довязываю я спиночку. Вот уже начала вязать пройму. Вот немножко осталось. Потом сделаю горловинку. Это у меня спинка. Вот. Ну, в общем, еще немножко и все будет довязано. Я недавно смотрела альбом. И, в общем, нашла фотографию, когда мои детки были маленькие. У меня их 5. Вот сейчас уже все взрослые. Здесь один мальчик соседский. Это мы вместе ездили в парк. Вот. И там вот фотографировались. Вот такие вот хорошие воспоминания. Ну вот я сложила все игрушечки. Вот. Сверху положу елку. Здесь еще места много. Елка стоит. Сейчас буду ее разбирать, уберу огоньки. Вот, и здесь еще много достаточно места. Игрушкам ничего не будет. Они все из пенопласта сделанные. Поэтому я буду прям сверху это, складывать елку. Вот и все. Вся елочка в этой коробке с игрушками. Сейчас я ее закрою, скотчем смотаю и поставлю на свое место. Вот и все. Мой сын закончил разукрашивать эту картину. Мы ее брали на Алиэкспресс. Такая вот красивая получилась. Рамочку он делал сам. Вот такая рамочка тоже оригинальная получилась. В общем, хотела похвалиться. Такая вот красивая картина получилась. Ну, на этом все. Пока-пока.